Ну что, добрый день, дорогие коллеги. Мы с вами начинаем заключительный день нашего грандиознейшего марафона. Да, мы сегодня с вами все станем супергероями, потому что мы с вами прошли уже 4 дня. Сегодня у нас заключительный день. Ну что, я думаю, что пора начинать. Первый отель у нас сегодня это Мовенпик. Это, я думаю, что вечная классика Мальдив. Я точно знаю, что раз не раз каждый слышал об этом замечательном отеле. И что ж, я передаю вам слово, Дарья. Спасибо, что вы сегодня с Спасибо. нами. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз приветствую вас. С кем-то уже успел познакомиться, поздороваться не один раз, но ничего, лишним не будет. Еще раз представлю себя. Меня зовут Мазядина Дарья. Я отвечаю за продажи отеля Мовенпик Резорт Коридивары на Мальдивах. И буду рада сегодня коротко, да, у нас не так много времени, но за это время постараюсь дать по максимуму новостей. Да? То есть, конечно, я уверена, что большинство из вас действительно знакомы с нашим отелем. Отелю в ноябре исполнилось 5 лет. Мы его это очень пышно и радостно отмечали в ноябре. И за 5 лет мы действительно успели зарекомендовать себя как один из самых любимых отелей на российском рынке, рынке СНГ. В этом году, в 2023 году, процент гостей из России и СНГ у нас 46%. Я считаю, что это огромное, огромное число. Вот. И действительно, отель очень любим российскими гостями и гостями из стран СНГ. Неудивительно, почему. И об этом я немножко позже, конечно, тоже расскажу. Ну и коротко, наверное, во время этой презентации расскажу об основных моментах, да, которые, возможно, может, вы еще так получилось, ни разу отель не продавали или не слышали, или не знаете, да. Но, конечно, всю эту информацию можно всегда найти у наших партнеров Resort Holiday, да, то есть все это есть, и вебинары, и все остальное. Вот, сегодня больше про новости. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас расскажу вам, да, про, ну, во-первых, бренд Мовенпик, коротко, да, вы, наверное, вы знаете все шоколадки, мороженое вкусное, все что-то такое приятное, да, и, конечно, Мовенпик отели это про моменты, про яркие какие-то прекрасные воспоминания, которые мы дарим. Мы открылись в 2018 году в ноябре, то есть, как и говорилось, сейчас в ноябре мы отметили 5-летие. Вообще бренд Мовенпик, он начался с 1948 года, это был сначала ресторан, это все связано с едой в первую очередь, и поэтому для нас гастрономическая составляющая играет просто гигантскую роль, и я думаю, что Мовенпик, вот как вот с кем-то я разговаривала из агентов, они говорили, что самый вкусный отель, да, на Мальдивах. И я уверена, что это действительно так, и мы делаем все, чтобы это было действительно так. То есть наш по F&B, да, то есть food and beverage, мы максимально пытаемся вложить туда всю нашу силу, всю страсть для того, чтобы гости получали самую вкусную еду, которую можно получить на Мальдивах, и постоянно мы приглашаем новых поваров, в том числе сейчас у нас 6 поваров из России, стран СНГ, русскоязычных, да, поваров, которые готовят что-то вкусненькое, об этом я тоже немножко позже расскажу. Находимся мы, напомню, в атолле Ноно, это 45 минут на гидросамолете от Мале. Летим мы гидросамолетом, можно, конечно, долететь на внутренних авиалиниях, но 99%, наверное, все-таки выбирают у нас гидросамолеты, потому что самый комфортный, самый хороший способ добраться. Плюс у нас есть хороший лаунж, да, этот VIP-лаунж TMA, это не наш личный лаунж пока что, да, но комфортный, хороший лаунж, в котором у нас гости ожидают своего гидросамолета с едой, напитками, с Wi-Fi, с комфортными креслами. Вот, но напомню про наш прекрасный остров, да, то есть, конечно, богатство, которое у нас есть, это наш остров. Не все острова могут похвастаться, да, такой прекрасной лагуной. Лагуна у нас действительно потрясающая, очень комфортный заход в воду, мягкий белый песочек, пудровый такой вот, как нужно, да, на Мальдивах. Очень зеленый остров, то есть, когда отель проектировали 5 лет назад, по максимуму пытались сохранить зелень, да, когда вы гуляете по острову, кажется, что вы находитесь прямо в таких настоящих джунглях. Всего у нас в отеле 105 вилл,
Из них 72 водные, 33 пляжные. А водных вилл, да, как понимаете, немножко больше, чем пляжных, но, конечно, на нашем рынке в основном большая часть запросов идет на пляжные виллы, но водные виллы наши прекрасные совершенно, очень красивые тоже. Кто был, наверное, может подтвердить это. Сейчас у нас больше 300 человек персонала на острове, если не ошибаюсь, сейчас 360 в высокий сезон, из них 30 русскоязычных, да, то есть как раз то, почему мы так популярны еще на нашем рынке, потому что нет совершенно никакого языкового барьера, да, то есть у нас есть айленд-хосты, слэш-батлеры, да, которые помогают всегда нашим гостям от момента, когда они вышли из гидросамолета, до момента, когда они зашли в гидросамолет, они их лучшие друзья, скажем так, да, и у нас их сейчас 6, да, 6 поваров, плюс официанты, плюс сейлс-отдел в лице меня и моей коллеги Аси, поэтому мы всегда помогаем и гостям, и вам, да, для того, чтобы коммуникация была прям вот идеальной. Коротко пройдусь по виллам, да, виллы у нас очень легко, на самом деле, запомнить, потому что у нас, по сути, три основных категории. У нас есть пляжные виллы, водные виллы и три резиденции трехспальные. То есть, по сути, все остальное деление идет уже внутри этих категорий. То есть, например, вот если мы говорим про водные виллы, внутри водных вилл у нас три категории. Лагун вилла, номера 5 и 6 на карте, это те виллы, которые находятся внутри нашего лепесточка водных вилл. Смотрят они, можно сказать, друг на друга, да, но есть нет, из-за того, что они находятся под углом, поэтому все равно вид на океан у нас имеет место быть. Это самая стартовая категория. Затем идет вилла категория Sunrise, это вилла номер 4 на карте, и вилла категории Sunset. Да, тут мне закрывает немножко панель, но, по-моему, это вилла, по-моему, 7, семерочка у нас на карте. Все виллы абсолютно одинаковые по размеру, по дизайну. Единственное их отличие – это то, куда смотрят наши виллы. Затем идут виллы Sunset пляжные, это номер 11 на карте, и Deluxe пляжные, это номер 8 и номер 9. Да? То есть это виллы, которые также у нас абсолютно одинаковые по дизайну, по всему, отличие по тому, куда они смотрят. И наша вилка, и наша самая высокая категория, о которых я сегодня расскажу, у нас как раз по ним основные новости, это наши трехспальные резиденции. Да, это вилла, которая состоит у нас из трех спален, которая идеально подходит для больших семей. Поэтому начну, наверное, коротко тоже как раз с водных вилл. Водные виллы у нас большие-большие, 140 квадратных метров, их всего у нас 72, как я говорила. Все абсолютно виллы, все, которые есть в отеле Мувенпик, это виллы с бассейнами. То есть у каждого виллы есть свой бассейн. А водные виллы у нас идут дешевле, чем пляжные. Да? То есть в основном пляжные стартовые категории, потом водные у нас наоборот, потому что в первую очередь у нас их больше. Во-вторых, они поменьше будут, чем пляжные виллы, если мы будем смотреть на карту, на план виллы. Да? То есть у нас есть спальня, у нас есть большая ванная, и такая терраса с гамаком, с бассейном, с шезлонгами, да, для отдыха возле океана. Со всех вилл идеальный заход в воду. То есть у нас нету ни рядом с виллами ни кораллов, ни камней, ни водорослей. То есть купаться с виллы действительно очень здорово, очень комфортно. Виллы красивые, такие, я бы сказала, очень инстаграмные. Вот эти вот фирменные острые крыши такого, я бы сказала, балийского, индонезийского стиля. И внутри виллы тоже такой вот спокойный стиль, который не мешает виду на прекрасный океан. Да, очень много эко-деталей из бамбука, из кокоса. Кокосовые, например, скорлупки у нас, отделка дверей раздвижных. Вот, ну, все очень действительно такие красивые виллы, которые в основном выбирают, конечно, пары. Молодожены их очень любят, но в последнее время часто у нас в том числе семьи с детьми стали размещаться на этих виллах. Мы можем поставить здесь две дополнительные кровати. На этой фотографии у нас кровать и детская кроватка, да, стоит, но вот на месте детской кроватки может стоять еще одна кровать, обычная, да, дополнительная, кровать. Поэтому размещение 2 плюс 2 здесь вполне возможно. Если взрослые переживают за безопасность детей, все-таки водные виллы, рядом океан, да, мы можем поставить такой заборчик. Это все мы ставим под запрос, поэтому если такие запросы будут, если у вас есть семья с детьми, да, особенно гиперактивными, то мы можем заранее, да, просто напишите мне, либо коллегам, либо, и мы поставим такой заборчик.
Есть номера твин, да, для тех. Не часто, кстати, в отелях 5+ на Мальдивах есть твины, но у нас есть только на водных виллах. Тоже нужно запрос написать, чтобы если нужен твин, чтобы мы его дали, потому что их у нас не так много. Наш главный бестселлер, самая, наверное, ходовая распространенная вилла, которую чаще всего запрашивают, чаще всего в стопах она у нас, это наша пляжная вилла, конечно. А здесь их у нас 30. Да, очень приватные, то есть на этой фотографии прекрасно видно большое количество зелени, которое у нас прямо перед виллой. Состоит она из двух комнат, да, то есть, конечно, это вот, наверное, уникальный случай на Мальдивах, когда у нас есть две комнаты в стартовой категории пляжной виллы. По сути, вы по цене one bedroom получаете two bedroom, да, ну, полутора bedroom я бы его назвала, потому что у нас есть спальня с одной стороны на фотографии, на плане у нас слева, и гостиная, которая с левой стороны на картинке, гостиную, которая может легко быть переоборудована под спальню. Вот это здесь гостиная. Раз, мы ее переоборудуем в спальню, да, и здесь у нас уже размещение, возможно, 2+3, и при этом взрослые будут спать отдельно в своей спальне, закрывается дверь, здесь коридор, еще одна дверь, и дети, например, да, либо другие взрослые, то есть получается, что отдельно никто никому не мешает. Это, конечно, гигантский, огромный плюс, и то, почему наши пляжные виллы так популярны. Снаружи это выглядит тоже не менее красиво. Есть такой прекрасный газебо для наблюдения за океаном, потому что из-за того, что много зелени, да, с террасы не видно океан. А вот со второго этажа, со второго уровня как раз с этого газебо видно хорошо, красиво. То есть вот так вот. Например, вот так вот. Это сторона наша сансет. Да, на стороне сансет есть большой плюс в виде сансета и такого прекрасного вида вечером, но есть небольшой минус в пляже. Да, то есть здесь у нас немножко ближе находится риф. Для тех, кто любит плавать с маской, идеально. Для тех, кто любит плескаться и ходить по дну, не очень, потому что там ближе кораллы. Да, но все равно у нас есть виллы, где хороший заход, поэтому если гости берут категорию сансет, то тоже можно написать, пожалуйста, дайте нам виллу с хорошим пляжем. Мы все обязательно передадим, постараемся исполнить ваши пожелания. Вот, ну и, конечно, то, что у нас претерпело самые большие изменения, это наша пляжная резиденция. Она состоит у нас из 3 спален, 2 мастер-бедрум и 1 детская комната. И вот этот сейчас план уже не совсем актуальный, потому что рядом с пляжем у нас вот такая вот конструкция появилась. Это мы его называем Ocean View Lounge. Открылся он у нас, построились они у нас только вот сейчас, буквально в декабре. Пару недель назад мы открыли, даже в ноябре, в конце ноября. И это такое приятное дополнение к резиденции. Да, как раз из резиденции также не было вида на океан прямого. Но здесь у нас появилась такая прекрасная, прекрасный лаунж, прекрасная терраса, на которой мы, гости могут отдыхать, смотреть на воду. И мы также для всех гостей резиденции сейчас включаем бесплатный один ужин в этой террасе, в этом Ocean View Lounge с барбекю, с 2 бутылками вина. И все этот ужин специально готовит наш шеф-повар для наших гостей. Вот, помимо этого, то сейчас как раз в нашей есть спецпредложение на резиденцию. Обратите внимание, с 10 января спеццены супер на эту резиденцию. Всегда включены спа один для всех гостей, floating breakfast, пополнение мини-бара, и сейчас включен вот этот прекрасный ужин. И, как и говорил, с 10 декабря спеццена. И, кстати, эта резиденция свободна на Новый год. А не на все, да, то есть там идет, по-моему, с 28 по 4, если я не ошибаюсь. Ну вот на сам Новый год эта резиденция свободна. Поэтому если у вас есть туристы, которые еще пытаются прыгнуть в последний вагон новогоднего отдыха, пожалуйста, обратите внимание. Кстати, на Новый год также есть еще пляжные виллы, буквально парочку осталось, и остались несколько водных вилл. Поэтому пишите Resort Holiday и обязательно бронируйте, потому что Moon Peak, конечно, на Новый год – это отдельное удовольствие. Быстренько пройдусь по еде, да, ну, конечно, есть у нас все планы питания от BB до Platinum All Inclusive. Platinum All Inclusive включается в первую очередь наличием большого количества алкоголя, да, 148 алкогольных напитков. И сейчас у нас до 31 марта действует расширенный Platinum All Inclusive, в который включены помимо алкоголя еще вся абсолютно еда,
в ресторанах, да, то есть это и лобстеры, и говядина вагю, и стейк томагавк, и суши премиум селекция, то есть вся еда в ресторанах, даже та, что со звездочкой, которая раньше не была никуда включена, сейчас включена, поэтому Platinum Inclusive у нас сейчас стал действительно очень популярный, и гости, которые не хотят думать о том, что что-то там у них будет дополнительно включено, да, по еде, могут не переживать, также включен весь мини-бар, кстати, кроме нашего эксклюзивного винного шкафа. Это уже за доплату. Вот, по ресторанам у нас тоже грядет достаточно большое обновление. В ближайшее время мы немножко делаем такой рефербишмент ресторана «Бодумас». Ну, это будет касаться только интерьера, да, то есть это будет буквально за пару дней, мы его на пару дней закрываем, да, и нам привозят новую мебель. Но это, я думаю, что будет уже сделано после Нового года, потому что сейчас у нас уже начинается высокий сезон. Вот, ресторан «Бодумас», наш японский ресторан, «Алакарт», самый, на мой взгляд, самый вкусный, особенно для тех, кто любит рыбу, морепродукты, да, свежайший улов дня, каждое утро нам привозят местные рыбаки. Действительно, ресторан потрясающий. Но сегодня я хочу сделать особенный акцент на ресторане «Latitude 5.5», потому что вот там только что закончилась эта реновация. Это ресторан наш возле бассейна, второй алакарт, и здесь у нас появилась новая, мы расширили кухню, сделали ее больше, сделали ее закрытой, и привезли туда огромное количество нового оборудования, в том числе итальянскую премиум пицца-печь. Пицца у нас теперь прям вот не хуже, чем в Италии, и мы здесь у нас сейчас, отвечая за ресторан «Latitude», шеф-повар из России, который готовит просто вообще волшебное, приготовил волшебное новое меню, которое, я уверена, понравится всем гостям, не только, да, русскоязычным, но вот это вот мои личные фотографии, которые я сделала буквально 2 недели назад, перед тем, как приехать с острова обратно домой сюда, в Москву, и это русское меню, да, то есть, ну, частично, то есть это вот 4 первые фотографии, пельмени, кулебяк, голубцы, бифстроганов, ну и вот пицца, да, коктейли, которые тоже я нашла у себя в телефоне для того, чтобы вам показать. Потрясающе вкусно, и для гостей, которые соскучились по домашней еде, особенно те, которые приезжают там на 10 дней и больше, я уверена, что это будет приятным таким моментом, когда ты приходишь в ресторан на Мальдивах и ешь пельмени, которые намного вкуснее, чем во многих московских ресторанах, могу вам сказать. Вот, это, конечно, наша большая фишка, и сейчас мы этими блюдами радуем наших гостей. Вот. И то же самое касается ресторана «Ну Марше», да, то есть это наш буфет-ресторан, который открыт на завтраки и на ужины. 7 дней в неделю у нас тематические ужины. И здесь у нас тоже будет небольшое обновление, также после Нового года. И здесь мы проводим тематические ужины, да, то есть у нас есть, например, мальдивская ночь, где мы всех гостей угощаем лобстерами бесплатно, да, на буфете. Ну и разные другие ночи тематические, которые мы здесь делаем. Действительно, по еде все идеально. Кстати, на завтраке мы здесь готовим тоже сырники, блинчики, оладушки. И если вот дети хотят что-то особенное, там котлетки, например, паровые, куриные, тоже все это мы можем приготовить. В этом, конечно, большой плюс Мовенпика. Как я говорила, гастрономическая составляющая для нас – это очень-очень-очень важно. Вот. Ну, а для гурманов, для тех, кто любит прям вот изысканные, совершенно потрясающий такой мишленовского уровня опыт, то, конечно, мы приглашаем наш аутлет Oak Lounge. Это винный лаунж, в котором у нас больше 260 наименований вина. Здесь мы делаем прекрасные винные дегустации. Вот пример меню, да, это wine pairing ужины, да, то есть мы готовим, наш шеф-повар готовит блюда, 5 или 6 курсов, и наш шеф-сомелье подбирает под эти блюда напитки, да, то есть это, конечно, такой вот очень изысканный, частный, да, то есть эксклюзивный опыт, других гостей там не будет, то есть это либо пара, либо семья, либо компания друзей, то есть это все индивидуально, не входит в планы питания ни в какие, то есть это все, ну, оплачивается, да, дополнительно у нас получается, но все гости, которые у нас были, я не слышала ни одного отрицательного отзыва, все говорили, что даже были в ресторанах мишленовских, да, или о каких-то подобных мероприятиях в крупных городах, говорили, что это просто, если не на уровне, то даже выше.
Ну и, конечно, то, что бесплатно, то, что, естественно, входит и для всех доступно, это наш шоколадный час. Мовенпик славится своим мороженым, шоколадом, и, конечно, мы этим, этой красотой и вкуснятиной делимся с нашими гостями. С 4 до 5 мы проводим в нашем ОНУ-баре шоколадный час. Мороженое, шоколад для всех гостей бесплатно. Особенно дети, конечно, у нас уже выстраиваются в очередь, начиная с без 15:04. Вот. Ну, как я говорила, что для детей тоже, конечно, у нас есть чем их порадовать. До 14 лет дети у нас едят бесплатно. Двое детей по плану питания родителей. То есть, если родители на all-inclusive, дети тоже едят на all-inclusive. И, как я говорила, что всегда, если что-то хочется, особенно для детей, да, привередливых, всегда можно попросить приготовить что-то. Даже если вы бывала карта в ресторане, можно попросить официанта, либо шефа, чтобы он приготовил что-то специально для детей. Там, не знаю, вермишель куриную, да, что-то, вот что-то подобное. Мы всегда эти рекомендации выполним. Ну, если есть ингредиенты, конечно, если есть в отеле. Ну и, конечно, для романтического отдыха. Мальдивы – это, наверное, самое романтическое направление в мире. Мы готовим прекрасные ужины на пляже. Если у вас есть молодожены, которые думают, куда поехать, где бы отметить их медовый месяц, для молодоженов мы накрываем такой красивый ужин на берегу океана бесплатно. Да, это как наш подарок на медовый месяц. И также дарим бутылку шампанского, фрукты. И такой VIP-welcome на заезде. Можно сделать пикник на необитаемом острове. У нас в 15 минутах от отеля есть, ну, не собственный, мы его, скажем так, арендуем, необитаемый остров, на котором мы можем проводить пикники, ужины, свадьбы, вечеринки, все что угодно. Да? То есть это тоже мы можем делать. Ну, конечно, такие яркие, красивые инстаграмные фишки, как floating breakfast, кинотеатр под открытым небом, конечно, тоже у нас есть. Свадьбы. Есть свои пакеты свадебные, либо можем делать что-то под заказ. Сейчас вот, например, мы активно работаем, у нас gender reveal party, да, то есть это объявление пола ребенка, там очень-очень масштабно будет буквально через 10 дней. Тоже такие мероприятия мы делаем. Вот, но из важного, да, то есть то, что тоже, чем Мовенпик славится, то, что отель вроде бы 5+, да, то есть, но при этом он веселый, он интересный для гостей, которые хотят приехать не только отдыхать и сидеть на своей вилле, а хочется потанцевать и чем-то себя занять, да, то у нас тоже есть что предложить. А сейчас к нам приехала новая команда музыкальная из Колумбии, 6 человек, и они просто зажигают ресторан по вечерам, 6 дней в неделю они играют у нас в нашем ресторане «Но Марше», и вместе с ними 6 танцоров сальсы. 6, на самом деле их 4, я немножко увеличила, их 4. 4, 2 пары, которые делают мастер-класс ежедневно для наших гостей по латиноамериканским танцам, и вечером они еще то же самое делают вместе с живой музыкой, да, то есть гости с большим удовольствием выходят потанцевать. Помимо этого у нас регулярно проводятся всевозможные бармен-шоу, какие-то другие яркие такие мероприятия, поэтому вечером в отеле никогда не бывает скучно. Вот. Ну, а для тех, кто любит больше подводный мир, да, мы тоже делаем и снорклинг, и дайвинг. У нас прекрасный свой риф. И каждый день мы делаем несколько выездов, да, на лодке, на рыбалке, на круизы. Ну, вот, в общем, такие стандартные мальдивские истории, которые, конечно, у многих отелей есть. Вот. Ну, у нас, поскольку очень хороший риф, рядом 2 дайвинг-спота, конечно, для людей, для гостей, которые любят дайвинг, снорклинг, Мовенпик смело можно советовать. Конечно, есть водные виды спорта, да, но здесь достаточно все стандартно. Моторизированные за дополнительную плату, не моторизированные, каяки, каноэ, виндсерфинг. Это у нас уже входит в стоимость. Вот на этой фотографии это наш главный пляж. Здесь у нас буквально через пару дней появится большая-большая новогодняя елка, которую мы будем зажигать вместе с нашими гостями. Кстати, на ближайшие даты у нас тоже есть места. И, как я говорила, Новый год тоже есть места, поэтому, если хочется туристам избежать из снегопадов, да, из холода, то как раз Мовенпик вас ждет.
Спа-центр, конечно же, куда без него. У нас очень хороший спа-центр, называется Сан-Спа. Частично на океане есть пару павильонов внутри острова. Там, например, проводим аюрведические процедуры. Йога утром, вечером, на закате, на рассвете бесплатно. Есть еще другие йоги, другие варианты. Да? Это медитация звуковая, йога в гамаках. Это уже идет за дополнительную плату. Это уже в другом таком закрытом павильоне на пляже. Тренажерный зал, конечно, для тех, кто любит спортивный образ жизни. Теннисный корт, волейбольная площадка, футбольное поле для мини-футбола. Все это есть для любителей активного спортивного образа жизни. Для детей у нас, конечно же, есть детский клуб. Здесь у нас тоже работают две русскоязычные девочки, тем более менеджер детского клуба русскоязычная. Поэтому дети тоже под надежным, под присмотром. И тоже одна из новостей, что детский клуб у нас на высокий сезон работает до 10 вечера. То есть не до 7, как обычно, а до 10. Поэтому взрослые могут легко пойти ужинать, там романтический ужин, а при этом дети будут под присмотром. Это большой-большой плюс, конечно, тоже. Так выглядит примерное расписание. Но это позапрошлого месяца. Я на этот месяц еще не успела его обновить, но это всегда можно посмотреть у нас на нашем Google диске. Потом скину вам ссылочку. Вот, и здесь дети очень-очень-очень заняты и активны. Вот, ну, уже время у нас, к сожалению, не так много, но я надеюсь, что я более-менее уложилась. Сейчас еще вопросы, я вижу, что они есть, обязательно отвечу. Напомню, почему пик, да, то есть просто какие-то такие основные детали, да, большие виллы, вот 140 квадратных метров, пляжные виллы вообще просто идеальный вариант, топ-селлер наш, русскоязычный персонал в большом количестве, и все нацелено на, да, для того, чтобы гостям русскоязычным было действительно комфортно. До 14 лет дети, до двое детей бесплатно живут, прекрасный домашний риф, идеальная лагуна, все для купания, для отдыха, все есть. Бесплатные безалкогольные напитки, да, для во время приема еды на всех типах питания, шоколадный час, другие фишки именно бренда Мовенпик. Есть платинум инклюзив, есть обычный инклюзив, то есть есть абсолютно разные типы питания. Поэтому Мовенпик действительно сейчас у нас и по еде, и по всему выходит на новый уровень. Я считаю, что мы за последние 2 года провели огромную работу для того, чтобы уже перейти из категории просто 5 в категорию, я бы сказала, даже немножко soft luxury. Да, то есть это вот как раз вот мы с Ирой так недавно, позавчера встречались, и soft luxury мне очень понравилось, как она это сказала. Я считаю, что это действительно можно характеризовать Мовенпик, и мы будем расти дальше. Вот, ну и из того, что сейчас, да, актуально, по спецпредложениям, 40% скидки на бронирование до 25 декабря. Конечно, это уже совсем скоро, но если кто-то хочет заскочить в последний вагон, все можно. А вот с 25 уже начинается, конечно, высокий сезон, но, как я говорила, что также есть места. На раннее бронирование 15-30%, 50% уже, кстати, не действует, это я уже не успела убрать, 15-30% это наша стандартная скидка на раннее бронирование EBO. Сейчас у нас действует апгрейд планов питания HB равно FB, FB равно All Inclusive на проживание летом, да, с 11 мая до 28 сентября, на бронирование 31 января, что тоже здорово. Для тех, кто еще не подписался, я приглашаю вас вступить в наш Телеграм-канал, присоединиться к нему, потому что туда мы практически ежедневно выкладываем очень полезные материалы, фотографии. Сейчас вот только что выложили вчера нашу обновленную новогоднюю программу, да, то есть прям по дням расписано, что, где, когда, что ждет ваших туристов. Тех, я уверена, что здесь есть кто-то, кто забронировал Мовенпик на Новый год, тоже можете посмотреть, отправить своим туристам. Либо, если еще есть заявки на Новый год, тоже можно приложить новогоднюю программу. Тема новогодней программы у нас 5 элементов. И Новый год, Мовенпик, я бы сказала, наверное, один из самых ярких на Мальдивах. С фейерверками, салютами, потрясающей едой, огромной сценой, которая у нас стоит прямо в океане, развлекательной программой и танцами до утра. Вот. То есть это, конечно, Новый год такой, как мы любим, я бы сказала. Вот, ну что ж, это был прям максимально быстрый, мне кажется, проход по отелю Мовенпик. И сейчас я, наверное, почитаю ваши вопросы, если у нас есть время еще, конечно. Время у нас, конечно же, есть вопросы, это очень важно.
Да. Да, отлично. Давайте сейчас посмотрим. Так, я могу даже вам помочь. В принципе, я Давайте. могу зачитывать, да, вы будете Давайте, давайте, отлично. отвечать. Так. Так. Первый вопрос у нас был от Галины. Чем отличается все включено от платину? Все включено. Отличный вопрос. Но в первую очередь это 148 позиций алкоголя против 50. То есть в платину у нас 148, при этом большое количество из таких, там, я бы сказала, премиум, да, алкоголя. Это, например, виски Макаллан, Black Label, водка Grey Goose, Belvedere. То есть, ну, это вот такие более высокие, да, напитки. И, конечно, по еде, да, то есть как раз лобстеры, суши, вагю, томагавки, все это включено в платину. Свежевыжатые соки, и постоянно можно хоть все время эти соки пить, смузи и так далее. Вот, то есть это основные отличия, конечно. Прекрасно. У нас еще был вопрос, можно ли где-то почитать поподробнее про это? Да, я думаю, что у вас какие-то материалы есть, где можно поподробнее прям в деталях прочитать. Конечно, Мы были бы конечно. рады поделиться ими с нашими агентами, да, поэтому. Я пришлю потом ссылочку на наш Google диск. У нас как раз там эта О, презентация, вы прекрасно. там можете ее найти. Вы можете найти там Хорошо. все фотографии, планы питания, новогоднюю программу, собственно, и все информацию, которая может быть полезна. Вот, то есть Все это все есть. прекрасно, спасибо. Коллеги, вся информация будет сегодня ближе к вечеру Да, в нашем да. телеграм-канале. Также мы и вашим телеграм-каналом поделимся. Замечательно. Так, мини-бар включен на HB или FB хотя бы в виде воды. То есть, если Вода не. для всех включена. Вода вообще даже вот всегда, если ее не хватает, мы приносим еще больше воды. Воды мало не будет 100%. На FB и на HB мини-бар не включен. Ну, вот обычный, да. Но на all-inclusive, да, там уже Ну, то есть на включено. любом плане питания воду можно Да. где-то взять, если. Вода всегда приносит ее прямо в номер. Прекрасно. Если не хватает, принесут еще. Хорошо. Так, размер пляжной резиденции. 250 квадратных метров. Сейчас будет немножко расширяться, она еще больше. Не считая вот этого газебо, она еще дополнительно дает какие-то метры. Так, и по молодоженам для бесплатного ужина, чтобы получить. Бесплатный ужин молодоженам до года они должны быть До 9 месяцев. до 9 До месяцев. 9 месяцев вы просто отправляете сертификат, да, с фотографию, и все, и получаете наши привилегии. Так, и по годовщине свадьбы, ну, то есть какие это вот там 25 лет, там 30 лет, Да, это вот 5, 10, 5 и год, 10. кстати, год тоже у нас считается годовщиной. Но это мы не даем ужин, но мы даем бутылку шампанского, фрукты, украшаем номер. Прекрасно. Так, платный ли мастер-класс по танцам? Нет, бесплатно для всех гостей, просто Платный. вот с 4 до 5, с 5 до 6. После школьного часа как раз все поели шоколада и пошли танцевать. Класс. Какая стоимость кабан со стороны Сансет? Все бесплатно. У нас со стороны Сансет кабан нет, они у нас со стороны Делакса на главном пляже, а со стороны Сансета у вас получается свой собственный пляж, там Очень лежаки здорово. стоят, и ничего платить, конечно же, не надо. Очень здорово. Так у нас прям блиц-опрос с вами утренний. Так, классный отель, приятные плюшки. Так, добрый день. Если едет группа 12 человек с йога-тренером, им нужен зал с твердым покрытием, помещение с кондиционером, каждые несколько часов. Есть ли такое помещение? На каких Конечно. условиях? Сейчас еще раз, я не знаю, видно экран, не видно, но Видно, вот это видно. помещение, 12 человек туда у нас помещается, с кондиционером закрыто, и оно практически всегда, если там нету заранее прибронированных занятий, мы его можем бесплатно отдать для Даже йога-тренинга. бесплатно? Ничего себе. Ну, если там нету платных занятий, там Не оно расписано пересекается, пустой стоит. если. Ну, Да, то есть да, это да. все Это заранее нужно обговаривается. все подтвердить. Если нужна прям бронь именно, чтобы точно было в это время, то да, возможно, там какая-то плата будет, но я не уверена. Это надо уточнить. Ну, то есть все обговаривается заранее, в любом случае пишите, уточняйте, но такая Да, возможность есть. Вот так. есть.
Так, можно ссылку в чат Telegram, мы все пришлем в нашем Telegram-канале. Еще был QR-код на слайде. Можно ли брать видео для соцсетей из Телеграма? Я думаю, что да. Конечно, конечно. И фотографии, и видео, все. Даже нужно. Нужно, нужно, нужно. С большим удовольствием. Отель «Мечта». Очень классный слайд, очень удобно, как здорово, как все информативно. А можно вернуть слайд с акциями проживания для детей? Конечно. Давайте. Ну, для детей вы имеете в виду вот этот слайд? Или для где, детей-то у наверное, нас... двое детей до 14 лет, До наверное. 14 лет, Да. вот этот слайд, да. Да, ставьте слайд с преимуществами отеля, вот, прекрасно. Что есть для подростков? Для подростков у нас есть очень классная комната для подростков. Так-то у нас до 12 лет дети, да, детский клуб. Но у нас есть комната с PlayStation, с очками виртуальной реальности, со всякими играми настольными, которые можно взять с собой, либо играть у нас. Ну, в общем... есть настольный футбол, пинг-понг, бильярд, то есть дартс. То есть вот такие вот истории спортивные тоже у нас есть, не только для подростков, но и для взрослых. Я думаю, что взрослым детям это вполне достаточно, потому да, что сейчас уже все такие самостоятельные. Да. Так, супер. Какие напитки и рестораны включены для HB и FB? Напитки включены во время еды, да, то есть получается, что, ну, во-первых, в номере есть чай, кофе, вода, то есть это все включено, естественно. Во время еды на завтрак, ну, если гости, например, берут HB, да, условно, то на завтрак и на ужин чай, кофе, газировка, пакетированные соки будут включены во время еды только, да. То же самое на плане питания FB, то есть то же самое на завтрак, обед и на ужин. Все просто, все понятно. Ой, очень ждем Google Диск с контентом обязательно. А сколько стоит дайвинг для понимания ценовой политики? Вы знаете, сейчас мне сложно достаточно ответить на этот вопрос. Надо мне посмотреть прайс-лист. Конечно, если прям нужно сейчас, я могу посмотреть. Но так лучше я вам скину Google Диск. Да, я есть думаю, что все будет в прайс-листе, и все и можно там будет все посмотреть. Есть. Да. Давайте так. А сколько в общем ресторанов и баров? Три ресторана. Вот, два а-ла-карт и один буфет. Да? Ну, и также бары есть во всех в двух ресторанах. Есть вон у Марше и бар в Латитюде. Закат. Так, можно ли использовать материал? Можно, нужно, уже говорили об этом. Так, пляжные виллы с хорошим пляжем лучше на стороне Sunrise? Делюкс, да, это в категории Beach Pool Villa Deluxe, ну, они же, можно сказать, Sunrise, да. Отличная подача информации, спасибо большое. Нужно цену. Коллеги, цену посмотрите в чате, я скидывала ссылку на наш сайт, там есть все цены. Спасибо спикеру, приятная подача. Депозиты есть ли? Принимаются ли карты Union Pay? Депозит у нас нету, большой плюс тоже еще один, да, то есть депозит мы вообще не берем с гостей на любом типе питания. И Union Pay принимается не с санкционных банков, поэтому, пожалуйста, посмотрите, уточните у своего банка, да, какие-то Union Pay у нас точно не принимаются, которые под санкциями. Green Tax, да, конечно, есть. Я уже вижу вопрос. Стандартно. Большой привет любимому Винпику. Дарья, ваш прием лучше всегда. Спасибо от меня лично и от всех наших довольных туристов. Спасибо вам за доверие и за ваших туристов. Фирменное мороженое бесплатно для всех типов питания. Конечно. Да, мы об этом говорили. Да. Green Tax, да, ответили. Спасибо. Что с напитками HB и FB во время питания? Еды. Да, во время еды. Да. Я вижу, что мы на все ответили. Да, если вот последний вагон можно успеть, но если еще какой-то вопрос есть, время еще есть немножечко, можно написать. Дарья, я вас благодарю. Отель действительно прекрасный, и мороженое же не ограничено. Не ограничено. Но только один час. Ну и во время ужина и обеда тоже можно. Самый важный вопрос. Ну, конечно. Мы едем. Прекрасно. Мы вас ждем. Приезжайте. Через Resort Holiday. Давайте. Даже на HB входит. Мороженое с 4 до 5 во время шоколадного часа и на обед, и на ужин. Как десерт можно его заказать.
На HGV включены все рестораны. Dine Around у нас концепция, поэтому можно есть в любом ресторане. Вообще великолепно. Дарья, я вас благодарю. Отель действительно замечательный. Мне показалось, что он вообще подходит для любой категории туристов. Здесь будет хорошо как молодоженным, так и семьям, детьми, так просто и одиночным путешественникам, потому что здесь есть все. Да, и здесь не только семейный отдых, но и какой-то, да, вы стремитесь, я вижу, действительно, к уровню делюкс. Да, ваш план питания платинум, это вообще что-то невозможное. Поэтому мы со стороны Resort Holiday желаем вам успехов, дальнейшего роста, процветания, хороших продаж. Спасибо. Я вас благодарю за этот замечательный рассказ, что вы поучаствовали в нашем марафоне. Спасибо вам за поддержку. Спасибо. И ждем вас и ваших туристов в отеле Мовенпик. Обязательно. Все. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. Всем до свидания. Спасибо за внимание.